Алоха, товарищи, с вами Суперген, и сегодня я продолжу проходить игру под названием «Аладдин. Месть Назиры». В прошлый раз мы с вами остановились на оазисе, по-моему, так называется этот уровень, я уже не помню. Вот. В прошлый раз мы с вами завалили Назраулу какого-то, ну, короче, арабского парня мы с вами убили, и тем самым пропустились в оазис. Да ладно, это чё, блядь, оазис ты, что ли, торговец? Сраный оазисный каджит, что ли, чем он торгует, своими кокосом торгует? Бедные ребята, они прям за секунду засыпают. Что они делают? Тут целый день, наверное, сидит бедный, у него все время кокосы воруют, у него пукан горит. Бизнес не идет, все, я все украл, пошел нахрен. А ну у него самовосполняющийся кокос, он сидит, кайфует вообще. Нашел, значит, он... Нашел, значит, точку с кокосами возрождающимися, кайфует. Давай, Растаман! Ла-ла-ла! Тут, блин, он сам умер, короче. Я его ударил. Это как Си-Джей, он, блин, упал, встал и умер, блин. Слушай, у него соски открытые. Да посмотрите, у него два соска тут торчат. Вот. Покажи, давай. Да вот, смотрите, торч... Да, камера раз... Блин, как ты, Аладдин, повернись. Да посмотрите. Да это нудист арабский. Да умри. А где торговец, блин, горилла где? Полтора часа крал кокосы ее, тут они просто так лежат. Смысла мне было там тогда красить эти кокосы. Значит, получается, конкуренция есть в оазисе. С одной стороны, как бы горилла торгует, а с другой стороны, как бы и паукан приторговывает немного. Тут где оазисная полиция, не могу понять. Лицо воина сразу видно, вот настоящий. Видимо, он только одними кокосами питается, горилл. Пошел, посмотрите на его зубы. Но это не шик, это не шарман. Эй, ты, принеси мне что-нибудь холодненькое, и я помогу тебе обойти эту ловушку. Хрена себе. Эй, ты, блин. Сидит какой-то, блин, Растаман рядом с ловушкой в оазисе. Эй, ты, принеси, блин. Я господь для тебя. Я, блин, бог для тебя должен быть. А, ну это лесок, правильно. Правильно. А! Аладдин-то, блин, сквозь горы видит. Не зря, принц. Добро пожаловать. Хотите супер холодного крем-брюле? Всего за. Блин, тут еще какой-то приторговывает, блин. За! Что, что я сделал? На здоровье. Что, блин, что я сделал? Хочешь холодненькое крем-брюле? За! Ну, на, классно, блин. Сколько я монет потратил? Сколько мне, по-моему, не отжал монеты? У меня игра, я думал, зависла. Я уже, блин, наложил в штаны. А, ну все, правильно. Парень закрыл свою лавку. У него одно единственное крем-брюле. Одно... Да ладно, ты опять ожил, что ли? Ты я ж тебе пузо распорол-то. Спасибо, здесь так жарко, а я человек слова. Смотри на мост, впереди тебя. А мне смотреть на него надо, мне по нему ходить нельзя, да? Только смотреть. Реально, блин, одно единственное крем-брюле? На всю оазис! Хотел сказать о грабах. Но это... Да, но это... Как ее зовут-то, блин? Оазис! Кто-то лестницу тут построил. Этот старый этот пес построил эту лестницу. Кто тут может... Вот кому? Пираньям, которые снизу, блин, плавают, лестницу поставили. Скинулись, блин, всем домом своим рыбьим и поставили лестницу. Вот. Приедет к нам Аладдин. Нет, с самого начала будет Назира, который захочет мстить. Приедет. Она украдет Жасмин и украдет царя Султана Соломона. Султан Сулеймана, у кого он? Как его звали, я не помню. Украдет, да ебучий карась-то. Украдет Султана Сулеймана, значит, и все. И придет к нам Аладдин. А чтобы Аладдину легче было забираться на вот это вот, я не знаю, что это, блин, сугроб песочный, то поставим ему лестницу. Зачем вам тот уступ? Это для тех, кто не допрыгнет туда? Это типа, вы недооцениваете мою мощь? Вот кому, для кого этот был уступ, да? Чтоб передохнул кто-то. Какой экшон, боже мой! Сейчас, блин... Сердце остановится от такого-то экшона. Боже мой, надо было передохнуть на том все-таки бережку. Ну, бережочки! Парень торнадо просто. Он сам, он кайф, он... Я вам говорю, реально, он, блин, как этот. Я не знаю, как его, назвать, блин. Как, ну, он под чем? Ну, под чем-то он, короче, не знаю. Нет, нахуй надо, там торнадо, и куча торнадо.
нахуй надо, там торнадо, ебучая торнадо. Все из головы сразу вылетело. Ну посмотрите, он под чем-то реально, ему тот кайфует. Ну посмотрите. Мы для него дракон. Три кирпича. На одном рыбка, на одном змеюшка, на одном верблюдик. И что мне делать с ними? Не то? А, он даже под открытым небом. Ну правильно, конечно, блин. Это ж класс. Это ж пещера под открытым небом. Вулкан. Красно. Сейчас буду тут двигать, нахрен лава, потом проснется и жопа мне. Ну вот что это может быть? Ну теоретически, вот тут вот просто, я не знаю. Вот, вот как вы думаете, что вот это вот за говно? Что вот это вот может быть? Караб? Замок? Парень, которого я убил с открытыми сосками? Пиранья? Что это может быть? Чисто теоретически. Ночь. Что, куда мне пихать их? Давайте в воздух. Может, это огонь? Может, жареная рыба? А? Батя-то умный. Вот так расставил. Да, твою ж мать, блин. Любимец женщин. Ахмат. Усат. Не знаю, как его назвать. Ой, там этот бородач крем-брюле... Господи, ненавижу это слово. Крем-брюле есть. А! У меня рыба сейчас... Это осы еще летают, вы издеваетесь. Что это за место? Давай. Защитник, прям... Всю дверь занял. Ай, хорош. Ну, я вошел куда-то, я не знаю. Да ладно, еще твоих тварей не убил. Шблядал... Папара! Я хотел таки фокбэк, фокбэк, Он как турбина самолета, серьезно, он прям заводится.